Всем привет, это Over9K5000, и я сам диву даюсь, почему видосы выходят так часто. Больше 250 тысяч просмотров. Для меня это много, поверьте. Секреты Sanctuary Hills – самый топовый ролик моего канала. Нет, вот самый топовый ролик моего канала, он и атмосферный, и интересный, но кому какое дело, цифры есть цифры. Тем не менее, пришло время, и вот она, вторая часть секретов Sanctuary Hills. Мне часто писали, что я не выпускаю видео по секретам, пожалуйста. Если вы смотрели другие мои видео, то могли обратить внимание на тот факт, что я, вопреки всем огрехам беседки, пытаюсь найти в ее самом продаваемом творении изюминку. И вы удивитесь, она нашлась. И вы удивитесь еще больше, когда я скажу, что нашлась она уже давно. Аутентичность. Именно об этом я хотел поговорить сегодня. И именно об этом я говорил в видео про секреты тумана на Фар-Харборе, который, естественно, посмотрело мизерное количество человек. Если не смотрели, то обязательно посмотрите, залайкайте, подпишитесь, поделитесь. Короче, да, где-то Bethesda насрала на всем привычные каноны, где-то что-то упустила, но с аутентичностью игровых локаций, с оригинальными достопримечательностями Бостона, все очень хорошо. И сегодня я хотел бы поговорить об этом еще раз и поподробнее. Встречайте! Sanctuary Hills в реальной жизни. Давайте наконец начнем. Видос, который я нашел в интернете, ссылку на который я оставлю в описании, был снят зимой, но все же, взгляните на эти деревья. Это реально один в один. Зимнее настроение национального парка в Бостоне, прям как постъядерное Sanctuary. Деревья голые, трава серая, везде мокро и сыро. Будто HD текстуры в Fallout Seasons завезли. Короче, антураж передан замечательно. С деревьями и текстурами ландшафта разобрались, теперь идем далее. Архитектура. Взгляните на дома. Все прям так и веет флешбеками из всеми ненавистного, супер продавшегося Fallout'а. Ну реально, дорога, по обе стороны которой стоят небольшие частные домики. Они даже визуально похожи. На самом деле, в этом видео я бы хотел сравнить настоящее бостонское окружение с трудами беседки. Сравнивая оригинальный парк с довоенной и поствоенной игровыми версиями, мы увидим, каким дизайнерским решением прибегнула Bethesda, и сможем дать ответ, почему же всеми ненавистный четвертый Fallout все-таки что-то да может противостоять своим предшественникам. Но об этом чуть позже. Вернемся к аутентичности и игровому окружению Sanctuary. Путь в национальный парк начинается с длинной прямой, окруженной с двух сторон деревьями, и тут можно заметить, что нет вокруг ни всеми привычной красной ракеты, ни водонапорной башни, или что это вообще. Плохо ли это? Нет. Почему? Отвечу опять же чуть позже. Из игры мы помним, какие локации идут друг за другом. Конкорд, заправка, мост, Sanctuary. В реале все немного иначе, и это естественно. Попасть в Sanctuary, как утверждает автор оригинального видео, не так просто в первый раз. Конкорд, естественно, больше в разы, из него нужно выехать, припарковаться в специально отделенном для машин месте, и только потом через кусты кушери пройти и выйти туда, куда надо. Тем не менее, вот оно, начало Sanctuary Hills в реальном Бостоне. Мост. Тот самый ветхий мостик, который сопровождал вас и меня к 250 тысячам просмотров. Но перед тем, как его перейти, давайте обратим внимание на памятник. Обратили? Такого памятника в игре нет, идем дальше. Мост. Автор оригинального видео кричит: «Вот он, вход в Sanctuary, я узнал его». И действительно, мост реально похож. Формой, материалами, состоянием. Вот с этого ракурса вообще можно словить приход флешбеков и сделать кликбейтное превью для видео в стиле «Как выглядел бы Fallout 4 на 2080 Ti?». Все реально похоже. Этот пруд, подножье пруда, мост. И тут мы берем постъядерные игровые кадры. Камни прям вообще точь-в-точь. Настроение передается крайне натурально, но вы поняли, аутентично. Переходим мост и вспоминаем, что в игровой локации перед мостиком нас ждал памятник Минетменам. Его здесь нет. Видимо, я наврал про аутентичность. Не совсем. Я бы даже сказал, что вовсе не наврал. Очень похожий памятник стоит уже на другой стороне моста. И тут очень важно углубиться в лор. Мы на этом канале любим это дело, поэтому как же без него? Но перед тем, как мы начнем разбор бостонских предысторий, я бы хотел ответить на вопрос. Почему памятник находится после моста, а не до него? Ведь так настаиваешь на том, что беседка старается в аутентичность.
Я считаю, что Bethesda пытается делать места похожими, но чтобы не иметь проблемы с копирайтом, она слегка изменяет окружение, дабы не создавать вопросы о Ctrl-C, Ctrl-V референсах. А если учесть тот факт, что этот памятник является историческим монументом, который предельно важен для Бостона с точки зрения духовного наследия, можно сделать некоторые выводы. Именно поэтому статуя в игре слегка видоизменена. Хорошо, просто видоизменена. На самом деле, в этом парке есть еще другой монумент, который держит винтовку в руках, но даже если бы вы об этом не знали, то вы бы без труда заметили, что вот он, референс. И вот тут, когда вы стали понимать, что памятник — это историческое наследие, мы наконец можем перейти к лору, а если без сарказма, к истории реальной Sanctuary Hills. Уди. Именно на этом месте, где сейчас находится камера оператора, началась битва за Конкорд около 300 лет назад. Я сейчас говорю о событиях войны за независимость между Великобританией и 13 ее колониями в континентальной Британской Северной Америке. Около 7 сотен солдат британской армии получили секретный приказ захватить и уничтожить военное снаряжение, которое, как сообщалось, было получено ополченцами штата в Конкорде. Но благодаря эффективным действиям разведки, патриоты за несколько недель до планировавшегося вторжения получили информацию о том, что их запасы могут быть уничтожены, и переправили большую часть из них в другое место. Они также получили информацию о британских планах в ночь перед битвой и сумели быстро сообщить всем местным ополченцам о продвижении сил врага. События развернулись не только в Конкорде, как вы, возможно, понимаете или знаете, но сейчас мы обсуждаем именно Sanctuary Hill в настоящем Бостоне, так что ограничимся историей Конкорда. Именно здесь, как я уже сказал, все началось. Именно этот памятник символизирует американские силы в те дни, и именно поэтому Bethesda старается сделать Sanctuary в игровой вселенной максимально аутентично оригиналу. И тут мы плавно переходим к участникам той самой битвы, а точнее к референсам участников. Вы все поняли, что я говорю о Престоне и о Минитменах из игры. Мы сотни раз уже видели мемы про... Все ненавидят Престона и все эти бесконечные квесты на освобождение абсолютно ненужных NPC, но на самом-то деле всеми этими квестами про независимость Беседка пыталась передать дух тех, кто давным-давно за нее боролся. Вспомните, минитмены заранее узнавали о всяких происшествиях и пытались их решить. Не без вашей помощи, конечно. Аутентично ли это? Да пипец как. Круто ли это? Нет. Почему? Потому что тут все пошло да поехало. И кроме «приди, зачисти, вернись» и так бесконечное количество раз, ничего и не завезли в игру. Увы, почувствовать получается лишь слегка. И то, когда только знаешь о всем вышеперечисленном. С историей на сегодня все, но тема аутентичности не закрыта. Наверное, первым делом вы заметили, а точнее не заметили, на территории национального парка наличие комплекса домов, о которых я так пёкся в первом тематическом ролике. И да, черт возьми, открывая видео, вы 100% хотели видеть референс этого круга в реальном Бостоне. Увы, увы. Игровые дома. Их внешний вид и антураж были взяты как раз с тех самых домиков из начала этого видео. После этого автор оригинального видео говорит о карте реального парка и об игровой карте. Но я уже и это сделал в первой части без него, поэтому обязательно посмотрите ее, если не смотрели. Мне будет очень приятно, разумеется. Единственное, что действительно осталось добавить, так это то, что пройдя вверх по парку, можно действительно найти подобие того самого круга с домами. А в центре круга, кстати, так же, как и в игре, стоит огромное дерево. Вы думали, что круг пропал, а нет. И дерево, и сооружение, все перед вами. Те самые референсы, которые вы так ждали с самого начала этого видео. Дальше автор рассказывает про окрестности парка, что они, мол, слегка заболочены, мелководные, что деревья. Деревья, но очень похожи. Как же без деревьев в этом видео? Почти все это и много чего еще я уже делал в том самом популярном ролике, так что еще раз хочу акцентировать внимание на первую часть. Она сделана, кстати, ну очень ужасно. Это было мое почти первое серьезное видео, и я очень сильно удивлен, что оно хайпануло так, как никакое другое на канале. А поверьте, в новых видео я выкладываюсь и делаю все гораздо качественнее. Заканчивая прогулку по национальному парку, автор оригинального видео поднимается на холмик в то место, где в игре находится убежище, и в очередной раз подмечает, что все очень похоже как визуально, так и духовно. И я с ним чертовски согласен. Поднявшись наверх по холму, мы, естественно, не обнаружим вход в убежище и вагончик Дмитрия, которого заминировали. Ты давай! Мы в очередной раз начинаем кричать, что «И все-таки нет тут ничего похожего!»
Но тут, слегка пораскинув над увиденным и просмотренным, видим, как эта схема работает на самом деле. Вот оно, оригинальное и до безобразия простое геймдизайнерское решение, которым Bethesda владеет мастерски. Это, пожалуй, работает во всех ее играх, не только в четверке. Мы выходим из замкнутого помещения, и перед нами раскрывается вид. Вид, в котором мы видим кучу всего. Кучу мест и локаций, которые, по сути, еще довольно далеко от игрока. Но ты всех их видишь и уже строишь планы, куда ты пойдешь сперва. Вот он, ответ на вопрос. Что там делает водонапорная вышка, заправка и другие мелочи, которых нет в оригинальном Бостоне? Если конкретно, что мы видим первым? Sanctuary. Мы сразу проводим параллели между до и после, ибо, ну, очень хочется посмотреть, что же все-таки изменилось за эти 200 лет, прошедших буквально за пару игровых минут. Но перед тем, как спуститься вниз, ты смотришь вдаль и уже планируешь свое продвижение вперед. Внимательные замечают спутниковую станцию Оливия за горой, менее внимательные сразу видят ту самую заправку и водонапорку. И нет этих мест в Бостоне, но в игре они должны быть, ибо на этом построена данная геймдизайнерская хитрость. Игрок должен увидеть то, куда пойдет, а он не просто увидит, он захочет пойти туда. И он пойдет, потому что тот самый популярный мост из Sanctuary Hills ведет в ту же самую сторону. Даже вышки электропередач, которых также нет в реальном месте, ведут в местные крупные города, туда, куда игроку в любом случае придется пойти. Мы также видим вершину церкви Конкорда, существующую на самом деле в настоящем Конкорде, который, как я уже говорил ранее, гораздо меньше оригинала. Но даже тут все замечательно, ибо Bethesda делает хоть и маленькие, но чертовски похожие на оригинальные конкордские улицы и дома. Забравшись в ту самую церковь в первый раз, ты увидишь еще кучу всего и захочешь обойти все увиденное. Ты будешь знать, что сюжет предусматривает движение в другую сторону, но тебя никто не тянет за руку. Игра нелинейная. И в этом Bethesda действительно красавчики. У них получается это очень хорошо. Я не лютый фанат четвертого Fallout, друзья, поверьте. Я знаю, что на перечисленные мной сильные достоинства можно найти и сильные ляпы, и проблемы беседки. Но те геймдизайнерские решения, которые воплощает беседка в своих играх, просто идеальны. И поверьте, многим как крупным, так и мелким гейммейкерам есть чему у них поучиться. И это точно. А еще точен тот факт, что со стороны убежища в настоящем Конкорде все-таки нет никаких гор. Я уже готов был поверить в твой монолог. Понятно, Bethesda. Все хорошо, пока не взглянешь на то, что осталось за спиной, да? Хочу извиниться перед своими подписчиками за то, что эксплуатировал кликбейт в превью прошлого ролика и пихнул туда полуголую даму. Он не сильно помог, но все же, простите за кликбейт. Буду стараться не использовать его в дальнейшем. Что ж, спасибо вам за то, что посмотрели ролик до конца и оценили его лайком или дизлайком, если понравилось или не понравилось. Для вас у микрофона, монитора, Sony Vegas, YouTube и много чего другого вещал Over9K5000. Обязательно подпишитесь на канал, если все-таки понравился мой контент или вы просто любите серию Fallout. У меня также есть свой паблик ВКонтакте, но если вам будет интересна вся подобная мелочь, то надеюсь, у вас хватит смелости зайти в описание и посмотреть все интересующие вас ссылки. Также надеюсь, что следующий ролик не заставит долго ждать. Спасибо вам еще раз за просмотр, удачи и пока!